Урок 9. Блокировка. В позиции, изображенной на диаграмме, белые играют ферзь g8 шах, принося своего ферзя в жертву. У черных не остается выбора, как играть. Ладья бьет g8. После этого белые объявляют мат конем. Конь на f7 — мат. Вернемся к исходной позиции. Жертвуя ферзя на g8, белые завлекли туда черную ладью. В итоге черный король оказался окружен своими фигурами. Иначе говоря, заблокирован. Белый конь смог нанести с поля f7 решающий удар. Переходим к следующему примеру. Здесь ход черных. Чтобы окружить белого короля, они жертвуют ферзя. Ферзь на а2. Шах. Белые вынуждены забрать ферзя конем. Конь бьет а2. После этого черные объявляют мат конем. Конь на b3. Мат. Вернемся к исходной позиции. Жертвуя ферзя на а2, черные завлекли туда белого коня. Который отнял свободное поле у своего короля. В итоге белый король оказался окружен своими фигурами. Заблокирован. Это позволило черному коню нанести решающий удар с поля b3. Переходим к следующему примеру. Здесь ход белых. Они жертвуют ферзя. Ферзь на g8, шах. Завлекая черную ладью на поле g8. У черных единственный ответ. Ладья бьет g8. Черный король оказывается заблокированным, и белые наносят решающий удар конем. Конь f7, мат. Обратимся еще раз к исходной позиции. Жертвой ферзя на поле g8 белые завлекли туда черную ладью, которая закрыла выход своему королю. Как и в предыдущих примерах, черный король оказался заблокирован своими фигурами. Белый конь с поля f7 нанес решающий удар. Конь f7 — мат. Переходим к следующей позиции. Здесь ход черных. Черные жертвуют ферзя, ферзь h4 шах, завлекая белую пешку на поле h4. Белые вынуждены играть gh. Пешка перекрыла отступление своему королю. Черные играют g4, мат. Обратимся к исходной позиции. Жертвой ферзя на h4 черные завлекли туда белую пешку g3, которая в итоге
заблокировала поле отступления своему королю. Король белых оказался окружен, и черные объявили мат. Переходим к следующей диаграмме. Здесь ход белых. Выиграйте с помощью комбинации блокировка. Правильно. Ферзь на f7. Шах. После вынужденного ответа черных конь бьет f7. Белый конь объявляет мат. Конь на e6. Мат. Обратимся к исходной позиции. Жертвуя ферзя на поле f7, белые завлекли туда черного коня, который заблокировал в итоге своему королю поле отступления. Переходим к следующей позиции. Здесь ход черных. Выиграйте с помощью комбинации блокировка. Правильно. Король f4, блокируя пешку f3. На любой ответ белых, например, король на h4, черные проводят ферзя. D1 – ферзь, получая решающее преимущество. Обратимся к исходной позиции. Поставив своего короля перед пешкой, черные заблокировали ее движение вперед. Таким образом, черные не дали белому слону возможность контролировать поле превращения черной пешки D1. Переходим к следующей позиции. Здесь ход белых. Выиграйте с помощью комбинации блокировка. Правильно. Ферзь g7, шах. После вынужденного ответа черных конь бьет g7. Белый конь объявляет мат. Конь h6. Мат. Обратимся к исходной позиции. Жертвуя ферзя на поле g7, белые завлекли туда черного коня, который заблокировал в итоге своему королю поле отступления. Черный король оказался окружен, и белый конь объявил мат. Переходим к следующей позиции. Здесь ход черных. Выиграйте с помощью комбинации блокировка. Правильно. b3. Шах. После вынужденного cb. Черные объявляют мат. Ладья А1 – мат. Обратимся к исходной позиции. Ходом b4, b3 черные завлекли белую пешку на поле b3, где она перекрыла
путь отступления своему королю.